что, дорогие друзья, всех приветствую. Вы на канале Happy Camper. Обзор новых станций до физтеха. Всем приятного просмотра. Мы с вами попали на первую построенную новую станцию. Это станция Яхромск. Она располагается сразу за Селигерской. И давайте рассмотрим архитектурную композицию этой станции. Станция Яхромска выполнена в двух таких частях. С этой стороны она красная, а с левой стороны она посвящена Москве 90-х, ну, годов СССР. И вот здесь висит плакат станции Яхромская, и до центра 24 минуты. Эти станции были открыты вчера, 7 сентября. Станция Яхромская располагается на границе района Восточная Дикунина и Дмитровского. Она улица 800-летия Москвы. Именно так хотели эту станцию сначала назвать, но решили все-таки переименовать в Яхромскую. И название мне, кстати, очень нравится. Ну что, станцию Яхромскую посмотрели, отправляемся на следующую станцию Леонозово. Ух, переместились на станцию Леонозово, друзья, и сейчас расскажу вам чуть-чуть о ней. Итак, станция Леонозово находится на границе Восточного Дикунина, одноименного района Леонозово и Дмитровского района. Она трехпролетного мелкого заложения и вот в таких вот очень приятных серо-таких телесных тонах, я бы сказал. Такие цвета очень спокойные и подходят для этой станции. Ну и заключительная станция, которую мы сегодня с вами рассмотрим, это станция Физтех, конечная станция, теперь уже Люблинско-Дмитровской линии, раньше это была Селигерская, теперь Физтех, располагается в поселке Северный и стала самой северной станцией в московском метро. Сюда ходят бесплатные шаттлы до МФТИ, Московского физико-технического института, который находится в Долгопрудном. Но от Физтеха до центра Москвы можно добраться, как нам показывают на этой станции, всего за 30 минут. Эта станция еще уникальна тем, что она однопролетная, то есть здесь нет никаких колонн, только вот такие вот светильники, как факела. Станция эта стала однопролетной, уникальная станция. Новые станции сейчас, такие московское метро, очень-очень редко строят, и Физтех одна из таких станций. Станции Физтех не только подземная часть красивая, но и наземная. Вот такой вот интересный вестибюль. Пишите в комментариях, что он вам напоминает. Но мне лично напоминает вот тоже факелы, как светильники на подземной части этой станции. На что она напоминает вам, пишите в комментариях. Всех поздравляю, дорогие друзья, с открытием новых станций Яхромская, Леонозово и Физтех. А еще в субботу открывается МЦД-4. Обязательно ждите обзор на моем канале. На этом все. Вы были на канале Happy Camper. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк, перейдите в мой телеграм-канал. И все. Всем пока. Пока я спускаюсь в вестибюль станции Физтех, обязательно перейдите в мой телеграм-канал, где публикуется эксклюзивная информация о новых видео.
о новых местах, которые мы будем снимать. Разные интересные опросы, конкурсы, викторины. Именно из нашего телеграм-канала вы будете узнавать о всех новостях самыми первыми. QR-код будет здесь, и ссылка также будет в описании. Переходите и подписывайтесь.